южных краях жарить мясо на открытом воздухе можно круглый год. Жители других регионов могли бы позавидовать такому, если бы Никитфорд. С новой электрической шашлычницей КТ-1402 любимые блюда легко приготовить, не выходя из дома. Электрошашлычница Китфорд КТ-1402 оснащена инфракрасным нагревательным элементом, который позволяет приготовить сочный ароматный шашлык в домашних условиях и без лишних усилий. С КТ-1402 мы получаем все тот же нежный вкус равномерно прожаренного мяса с легким дымком, но без копоти, грязи и подтеков жира. Пожалуй, такой способ жарки даже приятнее традиционного. Избежать неприятных побочных эффектов при приготовлении мяса, вроде закопченной кухни, удается благодаря продуманному дизайну КТ-1402. Под шампурами расположены 5 металлических чашек для сбора стекающего жира, а сами шампуры закрываются кожухом. Усилий этот прибор требует тоже гораздо меньше, чем традиционный способ приготовления шашлыков. 5 шампуров из нержавеющей стали с ненагревающимися ручками медленно вращаются сами, обеспечивая мясу идеальную прожарку, а вам больше свободного времени. И, конечно, электрошашлычница Китфорд КТ-1402 легко моется и очень компактно в хранении, чего нельзя сказать о традиционном мангале. Так что выбор очевиден. Если вы любите шашлык, непременно познакомьтесь с КТ-1402 от Китфорд.